Ребята, привет! И мы приехали в центр Вильнюса на Кафедральную площадь. Вот этот храм – это крещение Вильнюса. Кафедральный собор святого Станислава и святого Владислава стоит прямо в центре Вильнюса. Рядом стоит вот такая вот высокая, 57 метров, колокольня, часовня. Каждый час колокольня отбивает время, а перед мессой, которая проходит вот в этом кафедральном соборе, бьют колокола. Колокола, которые призывают жителей Вильнюса посетить этот замечательный кафедральный собор. И я сейчас всех приглашаю. Так, я вот сейчас войду там в тень. Я всех приглашаю на органную музыку в этом кафедральном соборе. Здесь рядом также кафедральная площадь. Мы обязательно пройдемся по ней. И после органной музыки я обязательно обойду здание и все вам покажу. Вот между домами там идет улица Гедемина. Мы часто на ней бываем. Ну что, заходим.
такая вот громаднейшая площадь. Это памятник Гедиминасу. Ну, тут иностранцы. А вот это вот дворец князей. Ребята, хочу показать вам ресторан литовской кухни «Катпедели». Посмотрите, как он украшен красиво. Ну вот, мы опять идем в старый город. На террасах много людей. И мы идем в кафе Конрада Цукрайн. Мороженое. Вафли. Ну что, заходим. Я покажу вам, какие там продают пироженки. Вот этот ресторан Берняли Ужига. Вот здесь нужно впускаться с подвал. Тоже ресторан литовской национальной кухни. Мы сейчас заходим. Вот мое любимое место. Что можно купить из подарков? Шоколадные конфеты Балтия. Вот такая коробочка конфет Вильнюс. Здесь специи, пироги. И также вяленую колбаску. Можно купить грибочки, кондитерские грибочки. Шоколад. Мед. Ну вот смотрите, вот такой шоколад. И такие вот грибочки. Там такой, как пряник внутри, и залит глазурью. И сырные палочки вот такие. Вот смотрите, можно купить 4,90. Галит. Вот этот стенд, он предназначен, чтобы вы нашли что-то для подарков. Ну, не только для дома, но и подарок для своих близких людей. Все литовские, совершенно литовские продукты. И одни это наши продукты, а мы это Берняли Ужига, литовский ресторан. Или наших партнеров,
которые тоже отличаются тем, что они представляют Литву, делая свои вот, литовские бренды. Угу. Так что литовский мед, ручной работы грибки, фабрика Рута, литовская угу. фабрика, древняя такая, да, ну, фабрика конфеты делает, угу. колбаски. А вот это что такое? Да что такое? Это как набор печенья или что там? Литовайте. Это кашира? Торт какой-то, десерт. Желе. Торт, а торт. Торчик торт. Желе торт. Ага, да? Бретенеля скона суфле торт. Спасибо. Так, еще тут как бы специально такие подбирали, чтобы не мялись, когда вот при транспортировке, вот если кому-то послать или в багаж свой положить, или так вот презент сделать. Даже можно подарки сделать, что-нибудь, мед, как шоколад. Да. Какой-нибудь вот грибочки собрать. Вот как в Джугасе в кафе там собирают такие целые подарки. Можно тоже так собрать. Да. Вот кто как любит. Спасибо. Так, ну вот такие вот торты. Такие вот торты. Я говорила, круассаны. Круассаны стоят по 2 евро. Так, 3,90 вот такие вот пирожные, разные с ягодами, с начинкой, каннели, такие заварные вот пирожные, 2,90, каннели, евро 50. Вот такие десерты есть. Такое вот желе есть, а мы будем брать матчу. Так, где же наши матчи? Так. Ребята, вот я взяла клубничную матчу. То есть это там клубника вот внизу. Сейчас я все это размешаю. Она со льдом, холодная. А вот наша матча. Вот.